Отметить этот когда-то красный день календаря в Оренбург приехали люди со всей области, те, кому комсомол дал билет в жизнь. Если бы не комсомол, наверное, я бы не состоялся и не был тем, кем сегодня есть. Правильно сегодня сделали по всей России, в том числе в Оренбурге. Нас вот как первых секретарей уже собирали в обкоме комсомола, сегодня вот собирают территории все. С области. Наверное, это правильно. Для кого-то из них комсомольский значок – символ дружбы, любви и добрых дел. Бесспорно, организации, которой 29 октября исполнится 95 лет, формировала из молодых людей в первую очередь настоящих патриотов. Это организация, которая бралась за очень сложные участки работы. Это организация, которая вырастила миллионы героев своего отечества. Поэтому, несмотря на то, что порой идут споры, споры об идеологической составляющей комсомола, давайте будем всегда воспринимать комсомол как организацию молодости, как организацию юности, как время цветения, время поиска своей дороги. И комсомол помогал юношам и девушкам найти эту дорогу. Ничто на земле не проходит бесследно.